По предварительному прогнозу синоптиков, уровень воды в реке Тобол у города Кургана составит 8 метров. Погрешность 1 метр 70 сантиметров. В зону подтопления в Китовском районе могут попасть 12 населенных пунктов. По всем населенным пунктам составлены списки проживающих людей, те лица, которые могут попасть под подтопление. Там отдельно выделены дети, инвалиды. Для эвакуации жителей подготовят пункт временного размещения. Он рассчитан на 400 мест. Хотя в зоне вероятного подтопления проживает примерно 4200 человек. Руководство района уверяет, спасут всех. При наступлении воды, вода же не будет в раз себя прибывать. Мы готовы развернуть еще 6 пионерских лагерей, которые находятся на нашей территории, с круглогодичным пребыванием населения. Поэтому мы готовы все 4000 человек населения принять. В этом у нас затруднений нет. Эвакуированных обеспечат всем необходимым. Заключены договора на поставку питания, содержание этого пункта временного размещения. Людей, не пожелавших покидать дома, тоже не оставят на произвол стихии. Также заключены договора на поставку продуктов питания в населенных пунктах, которые будут отрезаны паводком. Отдельная тема – питьевая вода. В период паводка ее качество может ухудшиться. Также у нас подготовлен спецтранспорт для доставки питьевой воды. Если у нас будут подтоплены колодцы в населенных пунктах. Подвозить воду, пригодную для питья, будет автоцистерна Курганского водного союза. Кроме того, на помощь готовы прийти пожарные машины МЧС. Их емкость нужно будет только обработать хлором. Совместно с Роспотребнадзором у нас проводится сейчас работа. Это подготовка всех систем водозаборов, арматуры для того, чтобы обеззараживать, готовить воду для питья. Подготовка водного хозяйства в Китовском районе ведется в полном режиме. Мы объезжаем все колодцы водопроводные, проводим герметизацию, то есть сальники набиваем, флянцевые соединения протягиваем, герметизацию колодцев проводим, чтобы вода не поступала, талые воды не поступали. На данный момент в Китово проверена половина колодцев. Выявленные слабые места коммунальщики устраняют. К паводку, утверждают, все будет готово. У нас будет все готово, проблем не будет. Антон Тиженков, Николай Волков, Вадим Бутаков, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».